Мы идем хавать. О, это же со съемочек! Я хочу сожрать что-нибудь. Папа, пожалуйста! Возвращение со съемок, да? Ну, возможно. Я тебе прошу, значит, кадры будешь монтировать. Ничего не буду монтировать. Давай, давай. Уеби его. Я пират. Уеби его. Давай я тебя уебуйся. Ступай нахуй. Ступай. Сегодня утром погиб актер из сериала. Фильм «Апатия» — это драма социальная про психа, который вышел из психбольницы и... Ну все, короче, и... забейте. Опа! Блин! Еда! Да, иди ко мне! Помолись. Мой нежный я. Да и хуй остался тут. Положили его в гроб. Хуй уперся в потолок. Он здоровенный был мужик. Он нахуй увертел шашки. Хуем грядки он копал. Хуем грядки поливал. Це траса Київ-Одеса. Щодня по ній проїздять мільйони машин. Тож у тутешніх АЗС робота кипить цілодобово. А буквально за 300 метрів від щільного трафіку причаїлася маленька заправка. Сюди майже ніхто не заїжджає. Знаючи це, тут і обрав собі роботу Петя Горбань. Мне нравится, ёбать. А вот соберу я еще выйду, блядь. Только это моя квартира. Долбоёб. Вообще похуй. Потратился много на тебя, блядь. Дурак, молодой был. Наивный, не давёшь его. Ну а хули, блядь. Я, блядь, секси-машина, блядь. Говно, блядь. Говно открыто, блядь. Ты сюда даже посуду с собой моешь. Ёбаный пидорас. Даже посуду не моешь. Все должен я убирать, блядь. Какого хуя? Ты даже тут не живешь, блядь. Сначала пропиши меня, блядь. А, знаю, пропишу тебя, чтобы я был знаешь квартиры в этом. Знаю я такие, как ты. Наша социальная реклама для Дениса Павлова. Обратитесь в наш центр. Стой, без помощи. Либо. Вот вы... Ты у вас у себя ремонт? Вообще пух. А ты всегда все пух. Вообще-то, мне не похуй. Да, и на что тебе не похуй? А вот видишь. Не вижу. Это последний дак у нас есть в доме. Ты нихуя не делаешь. Реально. Вот, блядь, вот видишь кошку? Не вижу. Что ты сказал? Хочешь в европейском ресторане? Так пизду найди себе европейский. Найду. А вот иди ищи. А вот и найду. Иди. Иди. Окно открыто. Ну вот и все, блядь. Раз мы это выяснили, блядь. Охуенно. Спасибо. То, что ты пидор, ёпта. Может, ты... А, блядь, все, я вызываю полицию. Вызывай! Всем охуевшие, блядь. Так, что вы? Вячеслав Анатольевич, что у вас происходит? Мое удостоверение, пожалуйста. Леш, ты совсем не ебанутый? Руки вверх. Я тоже получил, не волнуйся. Я тебе пизда, блядь! Я тебе... А!